Добрый день, уважаемые жители города Верхнеуральска и Верхнеуральского района. Сегодня состоялся совет депутатов, на котором обсуждался глобальный вопрос по вывозу мусора, то есть крупногабаритного мусора с города Верхнеуральска и района. На сегодняшний день эта проблема практически решена, но вопрос остается также. Так как ТКО относится вид мусора – это произведенный человеком. К крупногабаритному мусору относится также мусор, который произведен от жизнедеятельности человека. К данному мусору относится как мебель, также небольшой смет с придомовой территории. Мусор, образовавшийся при ремонте квартиры – это клочки обоев, пластика, ну и тому подобному мелкому мусору. К крупногабаритному мусору не относятся. Это спиленные деревья, которые захламляют наш город Верхнеуральск. Ботва и строительный мусор, который образуется при разборе домов и строений. В общем, сейчас на решение Совета депутатов вынесли такое решение, что, может быть, приобретется у нас измельчитель деревьев. Это как выход из положений. То есть граждане смогут вывозить в определенное место деревья, кустарники. И это все будет измельчаться и перерабатываться. Ну, по навозу и по ботве я скажу так, что законодатель определил, что все это должно складироваться на придомовых участках, которые находятся, это огороды, либо специальные отведенные места, и в дальнейшем уже перерабатываться в мульчу, либо в то же удобрение для наших огородов. Так что, уважаемые граждане, давайте мы будем уважать как наш город Верхнеуральск, так и соседей и граждан.